19 сентября, Харьковская СИЗО, очередная передача. Маленькая ремарка на вопрос, кому это надо и зачем. Это очень надо тем, кто находится за забором, чтобы они знали, что о них помнят, их не забыли. И по мере сил, возможностей, громадное спасибо всем тем, кто берет в этом участие. У кого еще осталось такое понятие, как сострадание, совесть, честь. Еще раз спасибо, привет вам всем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави.